Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами как обычно я Лёвка, и сегодня мы продолжаем летсплей, в котором мы изучаем животных, и сегодня серия будет называться Big Cat, и сейчас я играл на мир сложности. Знаете почему? Чтобы на меня, можно так сказать, не нападали охотники, но теперь, да, я Animals, они на меня точно будут трогать. В общем-то, в этой серии мы с вами увидим, вот, собственно говоря, наш, точнее, будущий наш лев, вот наш попуг. А вон там уже, как вы могли заметить, наш лев. Так, на нем можно кататься? Вот это вот вопрос. И давайте-ка мы еще в этой серии увидим тигра. Ладно уж. Нашего тигра мы увидим и нашу львицу, которая там дома сидит. Возможно, там она уснула от скуки. Но это... Неважно, я просто ждал все это время, пока вырастет наш лев. И знаете что? Тигр наш не растет, знаете почему? Потому что мы чересчур далеко. То есть, если мы отходим, например, вот такое расстояние, вот примерно где-то там живет наш тигр, если мы его здесь, вот, то он уже типа не будет расти. Ну, как-то это так работает. Поэтому вот так вот это все получается. Да. Да, почему бы и нет? Если честно, то мне страшно превращаться в человека, потому что... Давай, лев, иди к нему. Иди к нему. Иди к еде своей. Ты же у нас хищник. Ты у нас хищный поцик, поэтому... Так. Странно, что он не... Почему на нем нельзя ездить уже? Вот это вот, конечно, главный вопрос жизни. Знаете, что меня бесит? Что здесь вот надо проходить, потому что здесь вот как-то... Чё я так и не сделал? В общем-то, вот так вот будет выглядеть наш лев. У них будет у всех разная текстурка. Ну, типа, есть белый лев, есть такой вот обычный, стандартный African Lion. Такс. Знаете, у нас есть наш попуг великий, прекрасный. Нет, он сумасшедший. Он чуть-чуть спятил, если честно. Так, во, наш Левумба уже вырос. Это выглядит очень странно. Ладно, давайте-ка мы попугай будет, ладно. Попуг! Нет, попужик. Блин, наш попуг. Вот сдох. Нет. Блин, реально жалко попуга. Какой лев его убил? Мы ему отомстим, если что. Мы хороший лев, наполовину сухопутная акула, которая сейчас появится у вас на телеэкранах. Так, давайте-ка мы сделаем из себя сухопутную акулу. Так, где наша сухопутная акула? Хорошая сухопутная акула никогда не мстит. Кстати, это, наверное, из Zoo and Wild Animals Mod, потому что очень уж похоже. А, черт. Ладно, где наш попуг? Я же говорил попугу, не ходи рядом со львами, они тебя сожрут. Такс. Главное, чтобы они меня не скушали. Поэтому мы превращаемся как можно скорее в человека. Так, и сваливаем как можно скорее. Текаем с города, пацаны. Если что, мы можем еще второго самца приручить, поэтому... Ну, хотя нам и одного, наверное, будет достаточно, потому что у нас уже есть. Ах ты, говно. Так, все, я туда больше не пойду. Мне даже его нечем покормить. Бедняжка. Ужас какой. Этот мир очень жесток для нас. Это какая-то нежданная серия, я вам так скажу. В ней столько неожиданностей. Так, ты будешь кушать рыбку? Так, он не кушает рыбку. А если так, то и ест рыбу. Так, все. Ты уже восстановился, как сам настоящий про. Вот эти вот браконьеры, видишь, вот эти вот браконьеры, не вот эти вот кабаны. А, черт! Какого ежика?
Что за фигня? Эй! Майнкрафт, не убивай меня. Я хороший, наверное. Такс. Давайте-ка что ли пойдем через воду. Бедный мой лев. Блин. Чувак, ты где? Я провалился сквозь временное пространство. Так. Пока все хорошо. Пока он плывет. Можно так сказать, что я сейчас играю за льва, в котором белая штука сидит, то есть пассажир. Ну, в общем-то, нет. Я просто лев, который несет груз. Ладно. Проехали. Так. Ну, доплыви. Ой, блин. Блин, сухопутная акула, она на той сухопутная акула, что она как бы по воде уже типа не ходит. То есть она эволюционировала. Не все так просто. Да. Пипец, он рванул, как не знаю кто. Так. Чувак, не агрессируйся. Так. Он будет жрать коровок? Так, давайте-ка мы коробку, что ли, замочим. Так, коробка. Лев, охотится на коровку. Коробаму. Овечка, бе. Теперь у меня есть чем кормить моих пэтов. Так, а то, вы знаете же, а то... Блин, попук! Попук! Ладно. Ладно. Мы отомстим этому льву, этому какашке. Так, так, давай. Намочить! Как же неудобно все-таки на льве скакать на льве, да? Это звучит очень странно. Притом лев меня, по идее, не сможет выдержать. Я весу несколько тонн. Ладно. Он все-таки лев. Значит, он должен быть сильным. Сильный, как лев. Храбрый, как кролик. Все. Храбрый, как кролик. Что вам еще от меня надо? Храбрый, как кролик. Кролики, они те еще храбрецы. Я вам скажу лишь одно. Кролики — это супер крутые чуваки. Кстати, если вдруг хотите, чтобы я поручил еще и кроличков или зайчиков, звучит очень странно, как будто я говорю про какой-то... так, как у меня вообще слово? Легкое. Такс. Надеюсь, что... Все, кого я встречу, не будут конфликтовать с моим львом. Такс, 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 такс. Так, вот наш пэт. Тик. Так вот, тик, 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 тик. Может быть, мне отвезти моего льва? Давайте-ка мы так и сделаем. То у них здесь перестрелка. Ужас какой. Так, зебра! Здорово. Такс. Блин, ночь наступает. Да почему ночь наступает? Ладно, мы же не нытики, мы же цари зверей, типа, так, я не хочу, чтобы, пипец, я такой страшный, у меня такие криповые звуки, если честно, так, лев на листве, и не важно, что он весит 250 килограмм, это листво, которое не ломается. Но на самом деле ломается, но очень трудно. Когда даже я слезу со льва, то это будет все равно очень сложно. Не волнуйтесь, не проблема, нет проблем. Это всего лишь лев, который лазит по листве. Это самая эффективная работа в нашей жизни. Мы самые хорошие люди. Мы за то, чтобы животные наши жили счастливо. И поэтому они лазят по листве. Они не вообще не упадут. Нет, они никак не могут упасть. Потому что если у вас лев будет тренироваться паркуром, хотя наш лев не тренировался паркуром, потому что он с рождения знает, что жизнь его не потрепает, если честно. Ох, щет. Ох, щет. Ох, щет. Пьяный водитель, это к добру ничем не кончится. Ой. Ой, блин.
Ой, кажется, я немножечко прибухнул. Ой, как же плохо все-таки от этих сортов. Кстати, никогда не берите вот такие вот сорты дерева. А то у вас будет довольно-таки странные эффектики. Ах, ты ж, блин. Походу, или мой лев, когда он был мелким, он был счастлив. Сейчас он как-то... У него тоже, наверное, эффект побежал. Хотя я не уверен. Ох, щет. Нет, у него не было эффекта, потому что я надеюсь на это. Знаете, мы здесь. А дом наш очень близко. Найс. Блин, я не знаю, почему лев такой скоростной. Я себя чувствую Соником. Даже круче. Соник, Супер Соник, да. Это, если что, Соник, который... Это кто такие вообще? Это... Койот? А чё он так хрюкает? Вот это да. Вот это круто, конечно. Вот это вообще мастер-мен. Очень много крутых слов. Потому что мы крутые. Так, давайте-ка станем, пожалуй, слоном. Становимся слоном. Где эту какашку? Давай. Так, я смог? И смог? Я выбил себе хоть что-то. Так, убьем, значит, личинку. Нам нужны, кстати, и вот эти вот. А как будет выглядеть слон на льве? Бедный лев! Как же ему... Нет, я не буду разрушать его жизнь навсегда. Поэтому станем снова вот этим вот поцаком. Бедняжка какая! Ой, блин! Ой, блин! Мне его жалко, если честно, стало. Хотя это мой лев. Мне всегда должно быть жалко. Он как легенда. Знаете, почему он легенда? Потому что Нала появилась именно в этом сезоне, который вы сейчас смотрите. Нала, кстати, недавно появилась, где-то в 15-й серии. Если что, эта серия называется LP15. Львица в мире животных. Круто. Так. У меня очень были странные эффекты, но я каким-то ежиком допер до дома, если честно. Я вспомнил, что у меня дома еще есть какие-то животные, поэтому... Хей, хьюманцы! Ну что ж, поспим чуть-чуть. Я имел в виду, типа, давайте-ка мы что-ли покормим, нет, она не хочет жрать. Он тоже не хочет. Блин, меня напрягает, что он вот так вот, типа, напряженный вот такой вот. Ты съел? Нет, не съел. Так, значит, мы... Попугай был убит лаем. Но у меня, правда, львы в доме живут. Поэтому это компенсируется ими, что, типа, они не такие уж и плохие. Знаете, я им построю такой прям крутой вольер. Для того, чтобы они жили и не сожрали никого. Ладно. Мне просто волнует из-за моих котов и из-за моих песов, потому что они не сгадить на мою кровать. Ладно уж. Шучу я, конечно же, так. Еще, насколько я помню, их можно будет разводить. Поэтому у нас будет все круто и четко. Надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Я стал каким-то кубиком, а сейчас я стану, как обычно, своим персонажем, который засветился практически в каждом сезоне. Это не практически, а уже в каждом сезоне. Это целая легенда. Вот этот вот человек, которого вы сейчас смотрите на него, это целая легенда, поэтому... Подпишитесь для канала, поставьте свой лайк. А вне серии я уже построю вольер своим львам. И, возможно, начну делать второй этаж. И приведу сюда тигра. Всем до встречи, это было дело на Димина Вечная серия. Всем до встречи, всем!